Исламскую революцию оставили без ССЧ. 100. Исламскую революцию оставили без ССЧ. 100 США запретили поставку российских самолетов в Иран коммерсант от 8 января 2019 года. 22-3 санкции США в отношении Ирана фактически закрывают для гражданских самолетов Сухого, ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, иранский рынок в части поставок самолетов ССЧ. 100. Высокая доля комплектующих американского производства в этих самолетах позволяет Вашингтону блокировать экспорт самолетов в Исламскую Республику. Нарушение запрета может обернуться полным отказом американцев поставлять оборудование для SSJ-100. Запрет лишил ГСС контракта на 40 самолетов и загрузки на полтора года. Управление по контролю над иностранными активами. Минфина США не выдала ГСС разрешение на поставку самолетов, заявил в начале января иранскому агентству Ilna. Секретарь Ассоциации иранских авиалиний Максул Самани ССЧ 100 более чем на 20% состоит из американских комплектующих. По законодательству США производители должны обращаться в АФАК за разрешением на поставку, если вклад США в изделие превышает 10%. Партнер юридической компании Smith Алексей Панич отмечает, что в случае запрета на экспорт самолетов в Иран и нарушение этого запрета ГСС управление может включить производителя в СТН лист. Черный список. Американские граждане организации не имеют права сотрудничать с фигурантами списка СТН. Таким образом, поставки американских комплектующих для самолета будут перекрыты. На сегодня твердые контракты на поставку самолетов не заключены. Глава ГСС Александр Рубцов ранее говорил, что для окупаемости проекта SSJ 100 компания должна выпускать 30-32 судна в год. В 2018 году ГСС произвел 28 самолетов. При сохранении темпов производства прошлого года контракты с иранскими эксплуатантами позволили бы загрузить производство на полтора года. По словам представителя ГСС, Сегодня мощности компании загружены на полтора-три года вперед. Как Тегеран и Вашингтон вошли в новый цикл противостояния в ГСС признают, что запрашивали. Поскольку количество комплектующих американского происхождения в текущей версии самолета SSJ 100 превышает 10%. В рамках прохождения формальных процедур ГСС была подана заявка в для одобрения возможности продаж самолета SSJ 100 в Иран. Наконец, 2018 года ни положительного, ни отрицательного заключения получено не было, говорят в ГСС. Сейчас компания ведет работы по импортозамещению отдельных компонентов и узлов в SSJ 100. Поставки обновленного продукта, как ожидается, не потребуют каких-либо дополнительных формальных согласований с третьими странами, отметили в ГСС. Эксперт портала Aviation Explorer Владимир Карнозов отмечает, что для «Афак» не установлено сроков ответа на запросы производителей, управление в некотором смысле «черный ящик». Эксперт считает, что даже в случае снижения доли американских комплектующих в «ССЧ» 100 ниже 10%, «Афак» сможет применить пункт о критических технологиях, позволяющий вводить запрет на поставки американской техники вне зависимости от ее доли в конечном продукте. Полностью заместить американскую часть крайне сложно, так как SSJ-100 изначально создавался как международный самолет. Гораздо проще сделать новый самолет, чем по сути и является SSJ-75. Рано или поздно он будет создан, полагает господин Карнозов. Герман Костринский.